Итак, массаж спины, да, и мы переходим к массажу шейно-воротниковой зоны. Для этого, как я вам говорил, старайтесь минимум ходить вокруг тела человека, да, экономьте свою энергию, минимум бегать там за маслом лишний раз куда-то, да. Поэтому сразу же, не отходя от кассы, так скажем, шею мы уже смазывали маслом до того, когда делали спину заранее. Говорите человеку, давай положим руку наверх и желательно положи лоб на руки, ладони на ладони, лоб на руки. Вот так у нас максимально открывается вот этот вот участок шеи, и мы тут же сразу начинаем ее разминать. Делаем это таким способом, то есть, во-первых, пальчиками вокруг черепа, там где крепятся мышцы, вот эту зону так мелко дробно вот проходим. Да, где начинается сухожилие. Проходим и уводим лимфу опять вот туда. Для этого приподнимаем чуть-чуть трапецию, да, и другой рукой туда вот ее заводим. Опустили, вот такие вот движения. Потом растирающие движения. Если мы до этого растирали вот так вот, да, то сейчас появилось, ну вот так мы растирали в цене, да. Сейчас появилось новое движение, это когда мы тыльной стороной обе ладони разворачиваем друг к другу. И получается вот так вот. Это удобно вокруг вот объемных круглых слоев мышц делать на ногах, на руках. Где как бы вот так вот неудобно залезть, да? Как раз вот всю вот этот объем шеи цилиндрической формы проходите и опять лимфу туда вот выводим. Можно далее берем, шея делится как бы от позвоночника на две части, да, и группа мышц есть левая и правая. Теперь эти обе группы мышц берем и такими скручивающими движениями, чуть приподнимая, одновременно лизинг вставляем, да, растягивая их, и отпускаем, они как бы у нас выпадают как бы слегка. Это происходит вот так вот. Так, чтобы вот не щипались. Щекотно, что ли? Вот, только не щипайтесь, просто вот так вот растянули их, размяли, да? И опять выводим сюда лимфу. За это время мы уже обошли, не отрывая рук от тела человека. И дальнейшие приемы мы будем применять, находясь со стороны головы нашего пациента. Ну, к слову скажу, для начала практики то же самое, все те же самые техники можно делать, посадив человека на стул. Положив голову на стол, например, вот так же на руки, да, либо положив его на вот этот вот варик массажный, да, то есть он через него может перегнуться, чтобы шею еще больше растянуть. У некоторых людей бывает слишком явный лордоз, то есть шея туда, глубина получается, да, и вы туда просто неудобно не залезете, да, или бывает укороченная шея, или там у качков слишком мышцы вот эти вот. Не лазит. Трапеции, да, даже палец не влазит. Трапеции слишком переразвитый, даже палец не влазит. Тогда можно что сделать? Можно такой прием применить, положив руки человека под грудь себе. Не так, не так, а вот так. Под грудь. Вот, лоб вниз. Видите, насколько раскрылось у нас тут? И также вот мы можем прорабатывать. Шею вот с этого расстояния даже еще и удобнее, и мышцы растянулись. Если и этого недостаточно, можно попросить человека развернуть локти обратно и встать на них вот сюда. То есть тут нужно соблюсти прямой угол везде. Прямой угол к столу, плеча, да, предплечье прямой угол здесь. Можно держаться, да, за краешек стола. Держись. Вот. И шею опустить ниже, как можно ниже. Вот, она еще дополнительно и растянутая. Тут можно применить и раскачивающие всякие движения. Ну, прямо вот так можно делать массаж, но обычно я эту позу использую для мануальной терапии. Для мануальной терапии это мы уже вам покажем в следующем видеоролике. Вот, поэтому не будем забегать вперед. Приходите к нам на тренинги, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте все отрабатывать на натуре.